Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, я что-то тут в прошлом видео потел на этой арене, там захиливал и так далее. А после арены все существа восстанавливаются, как я мог об этом забыть. 10 к магической защите против магии земли, фигня. Водяной щит, ну окей, взяли водяной щит. О, смотрите, что я нашел. Я нашел город. Сейчас ход пропустим и возьмем город. Мы же возьмем? Да, мы возьмем город. Ну, немножко потери есть. Зато мы город взяли вместе со всеми шахтами. То есть отсюда эти тоже не будут прибегать. Так, фениксы сидят. Ну, фениксы... В принципе, ничего страшного. Так, город, я так понимаю, нифига не отстроенный в АШП. Ну, потихонечку мы будем его отстраивать, ничего страшного. Кстати, можно, ну, я сейчас базовым порталом пока не буду пользоваться, я тут позачищаю. Так, оставить пусть убегают. Я тут сейчас подсоберу то, что тут валяется. Проведу еще кое-какую разведку. Ага, не зря мы... О, кстати, вот хорошо, что я вот это увидел и перестроил. Теперь у нас прироста больше будет. Так, все. А город, город продолжаем отстраивать. Город. Так, надо сбегать туда бы еще. Ну, нам уже... Ну, ладно, давайте сбегаем, короче, вот так посмотрим. И я еще сюда всяко прилечу в первый... Ну, там, во второй день, когда я сюда прилечу. В общем, мне сейчас надо... А, тут даже нет базового портала. Стоп, 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 стоп. Блин, ну с кристаллами просто беда. Ну, правда, у нас теперь можно их покупать. Ладно, давайте построим здесь базовый портал. Вот. Базовый городской портал. И летим в столицу. Надо в столице... Хотя, по-моему, даже не в столице. А, ну в столице тут у меня фесталки не апгрейжены. 6. Ну, я думаю, есть резон купить, да? Теперь это не так дорого. Загрейдить. Сколько здесь ангелов? 8. Надо еще 8. 5, 6, 8. Так, покупаем и... Опа! И как вы видите, бабла вообще не хватает, чтобы скупить все. Зато у меня 62 крестоносца, офигеть. Лучников, лучников. Вот то, что я не купил лучников, это фейл на самом деле. Ну, в принципе, мне сейчас все равно ход пропускать, чтобы затпхаться. Сейчас я куплю на 12 тысяч лучников. Вот, всех лучников куплю. Все. И хилерш. Хилерши мне тоже нужны. Покупаем хилерш. Что тут за шахта каменная? Надо будет пойти взять ее. Так, ладно, летим, короче, сюда. Летим сюда, идем драться. Летим сюда, идем драться. Ну, блин, что вы не убегаете? Еще как-то там умудрились закопать моих этих грифов одного. Да, пусть убегают мне. Это даже лучше. Так, давайте вынесем вот этих. Не будем мы. Эй. Уже посещал такую постройку. А, ну да, мы же с ними не дрались. Ожерелье слез. Это что такое? Блин, да что ж они так не любят-то грифонов? Активные умения пути слез усиливаются на 10%.
А у меня там активно это только вот это возмездие, которым я особо не пользуюсь. Так, ладно, я думаю, есть резон пробежать вот тут через этот водопад, посмотреть, что тут у нас. Ну, тут жрицы, которые убегают. Собираем ресики. О, храм медитации. Это крутой храм. Он инициативку дает. Нормально. Так, ну пока угроз никаких нету. Ладно, давайте. Вот тут вот сейчас, ага, ставить их. Так, бронник, бронника. Ой, я нашел шахту. Вот это вообще это самое важное, что я нашел. Боевой рок легиона, кстати, тоже надо взять. Я не знаю, что это такое, но надо взять. Блин, да что ж они такие крутые, эти светлячки. А она будет моей, эта шахта, интересно? А, ну да, она моя. То есть она к этому форту, интересно, относится? Или, ну, или она вообще нейтральная? Так, ладно, пойдемте. Пойдемте рейсики собирать. Не надо пропускать. У нас денег не так много, чтобы что-то пропускать. Оставить, пусть убегают. Так, берем денежку. Вот, сильный артефакт. Одну... Да, он в карман ложится. Он ложится в карман. А, у меня место в кармане есть, замечательно. Что у меня на шее? Заклинание воздуха наносит 20% больше. Лучше мне вот это одеть. Да, вот диск надо тоже искать диск. Внимательно искать. Так, наплечники. Что тут я могу построить? Что тут можно построить? А, вот эту шнягу могу построить. Ну, я построю шнягу, пожалуй, почему бы нет. Ага, эти убегают. Слава богу, с ними драться не пришлось. Вот. Так, репутация крови на 10%. Ну, мы в кровь, я не знаю, мы... Можно одновременно и кровь, и слезы? Я знаю, можно их менять, по-моему, в любой момент. Или нельзя. Я вот это вот, честно говоря, не помню. Ага, и теперь нам предлагают вот так вот бежать. Ну, один магической силы я в любом случае возьму. Вот, так что есть резон на самом деле туда сбегать. Ничего страшного. Лучше зачистить все красиво, чем потом возвращаться. Вот, тем более тут еще вот какая-то книжка лежит. Сейчас мы эту книжку возьмем. Блин, грифы, я так понимаю, первые попадают под раздачу. О, 250 золота в день и умение зодчий. Только вот фигово, что он в левую руку вместо нашего щита. А щит нам дает... Ну, то есть, конечно, если бы игра была, я бы играл там на каком-нибудь мировом чемпионате, я бы, конечно, не тупил и каждый раз эти арты переодевал. То есть, в конце каждого дня одевал бы книжку, потом снова брал щит, потом одевал книжку, брал щит, вот, и воевал бы со щитом, а ходил бы с книжкой, которая бы мне давала денег. Поскольку мы проходим кампанию, тут-то особо это не принципиально. Думаю, мы так-так сможем победить. Поэтому, чтобы как-то лишний раз не заморачиваться, я не буду так делать. И буду просто ходить со щитом. Так, циклопы здесь стоят. Ну ладно, давайте убивать, наверное, циклопов этих. Ну, они... Ну, потери небольшие, фиг с ним. Все, взяли кристальчики, взяли боевую силу. Так, у нас очень много после этого расклада
камня и кристаллов. Я думаю, есть резон в этом замке поставить ангелов. Как раз в седьмой день у нас будет больше прироста ангелов. И мы сейчас полетим как раз... Ну, я не знаю, куда нас выкинет. В принципе, нас может выкинуть либо в один... Ну, нас сюда кинуло. В этот замок. Это даже лучше. Так, скупить всех стоит 130. А, блин, это я ж купил всех, кроме... Блин, 12 ангелов. А, ну нормально, у нас же есть дерево, и есть у нас же теперь много дерева. То есть нам надо 12 кристаллов. Вот хорошо, когда много замков. Вы можете спокойно покупать. Слушайте, так мы нормально, мы по экономике в хорошем плюсе. Потому как у нас... Смотрите, мы купили всю армию. Прошлый ход поставили ангелов, и у нас еще осталось... Блин, этот город отстроен круче, чем моя столица. Не считая, может, вот этого. Ладно, нельзя перенести столицу. Я бы сюда перенес. Вот. Так. Теперь есть варик вот эту шахту захватить. И вообще побегать, поискать. Ну вот, тут есть проход вниз. Или в этот водоворот прыгнуть. Но чтобы прыгнуть в водоворот, я не могу. То есть у меня корабль стоит здесь на верфи. Поэтому мне сейчас придется, короче, лететь, наверное. Лететь мне придется, наверное. А куда? Как мне лучше прилететь? Ну, наверное, в замок, да, в столицу. И тут вот бежать. Или нет, подождите. Ну да, наверное, в столицу и бежать вот сюда. Потому что я других путей... Хотя вот тут еще есть путь. Слушайте, давайте перенесемся в этот форт и попробуем отсюда сплясать. Ну, нам все равно сейчас не принципиально. Правильно, правильно. Кстати, что тут за... А, берсерк. Закол берсерка. Закол берсерка — это хорошо. Так, все замечательно. Собираем ресики. Продолжаем всех выносить. Ну, то, что гоблины убегают, это радует. Они лучники, как-то не крути. Потому они наносят урон. О, и вот она еще одна шахта. Мне надо ее... Ну, тут же я не могу пройти. Правильно, правильно, не могу. Сейчас мы пойдем, короче, вокруг. Сейчас пойдем вокруг. Идем вокруг, оставить. Вот радует, что орки убегают. С ними нету такой возни, как блин, в этих, в прошлой карте, когда все со мной. Эй, чё отступить, атаковать наоборот? Чё охраняешь? Кровавый шарф, это что такое? А, ну, репутация крови мне не надо. Так, оставить. Надо обязательно посетить бронника, да и нам, собственно, и шахту надо, так что это первостепенная задача. Точнее, это оружейник, да? Ну, значит, оружейника. Вот, там еще два кристалла мы взяли. Берем шахту, отлично. Теперь у нас еще одна шахта с кристаллами наша. Так, пока я в город не полечу... Пока я в город не полечу, ну знаете что, со всякой этой чумой я боюсь, как бы, блин... В общем, я скуплю в столице всю, буду скупать в столице всегда всю популяцию, потому что я уже не раз обращал внимание, что в городе бывает чума. Ну, не в городе, а неделя чумы бывает. Отлично, второй обломок найден. Замечательно, это очень радует, то, что мы нашли второй обломок. Осталось еще два обломка, мы найдем Грааль, построим ее в столице. Будет у нас крутая столица прокачанная. Так, ну вот, уже у нас куча шахт, уже экономика у нас сильная. То есть мы уже скупаем войска вообще без проблем. Атаковать, так... Блин, бедные грифы, если бы вы не попадали так под раздачку.
было бы все хорошо. Так, сильная экономика, это нормально. Полчище. Ну, получается, нам надо бежать теперь вот туда вниз. Потому что отсюда... А тут что лежит? Ожерелье из клыков дракона, блин. А что я его не взял? Сейчас слетать за этим ожерельем из клыков дракона. Крутой же артефакт, ожерелье из клыков дракона. Ладно, давайте сейчас перенесемся. Ага, фиг я перенесусь. Что-нибудь тут есть, варик, собрать? Ну, пойдемте с теми тогда повоюем для начала. С вами повоюем. Возьмем берсерка. Теперь я могу, надеюсь, перенести. Да ладно, сколько у тебя очков передвижения? У тебя их всего 29. Ой, блин. Короче, пропускаем ход. Ты пэхай меня куда хочешь. Хочешь вверх, хочешь вниз. Отлично, в столицу ты пэхнул. Покупать ничего нельзя. Так, а ангелов нельзя грейдить, да? Ну тогда поставим вот эту шняшку, чтобы уже столица была отстроена. Я не знаю, давайте перекурим два этих дня. Сейчас купим популяцию. Во! Вот видите, я как чувствовал. Я как чувствовал. Неделя чумы, а? Вот она чумка. Тому не зря я купил всех существ. Так, и все, и нам теперь надо бежать. Надо нам теперь бежать вот сюда, вот вниз. С вот этими драться. Ну, нормально. В принципе, нормально. Армия у нас уже серьезная. Так что все ничтяк. Так, а в этой пирамиде тут же тупо ништяки лежат, да? Ага, отлично, 6 кристаллов. Кристаллы. Блин, нет, чтобы присоединиться. Хотя на кого бы я их поменял? Ни на кого бы не напоменял вообще. Слота же нету. Вот, вот если я их принимаю, ну и на кого? И не на кого. То есть обидно. О, драконы стоят. По-любому обломок. Я так и знал, что он обломок диска охраняет. Атаковать. Ну, обломок диска это круто. Но за обломок диска он нам Грааль даст. Так, 3 из 4 собрано, замечательно. Так, надо брать форт, кстати, что я его не беру, не знаю, но надо его взять. Берем форт, спокойно. Дружественные арбалетчики. Слушайте, я их лучше возьму, я не знаю, ну их там группа, группа это фигня. Принять, закрыть, закрыть. Так, все, прирост будет. А что вот это такое? Это просто декорация или это какой-то портал там? Не, никак туда нельзя зайти. Походу нет. Ну, блин, группа это сколько? Группа это человек 20, по-моему, да? Даже 11. Ну, принять типа и закрыть, ладно, пофиг. Понять и простить, там вся фигня. Ну, блин, атаковать их нафиг. Сейчас вот у нас кровь начнет вкачиваться. Блин, так клево цепляются все, когда не надо. Кстати, мне же надо будет конюшню. Ну ладно, сейчас пособерем и тут все. И к конюшне так подбежим. Пропустим ход. Вот он, первый ход. Слушайте, я вижу, кажется, замок на горизонте. Там надо побежать. Атаковать. Закрыть. Что за телепорта? О, телепортация.
Это хороший. А что за телепортация? Подождите. В другое место. Вот это крутой закон на самом деле. Телепортация. Убью я их. Так, а вот Лариэль это этот. Это ангел. Так, сюда нельзя. Я вот смотрю, ничего я не пропустил. Да вроде нет. Хочется же Грааль найти. Мне осталась одна это, один обломок, и мне покажут, где Грааль. Ладно, я думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.